Так, всем привет! Итак, у нас сегодня будет распаковка из золотого яблока. И вот такой Golden Apple Box я наконец-таки там заказала, потому что очень долго я его пыталась заказать. Долго он был, не было в наличии его. Когда я пыталась заказать, все время было раскуплено. И сегодня наконец-таки он у меня. Очень красивая коробка, прям такая стильная. Стоил он 4 чем-то тысячи. Вот такая вот коробочка. И у нее просто огромнейшее наполнение. Здесь чего тут только нету. Здесь есть патчи. Все, кстати говоря, полноразмерные продукты. Здесь есть патчи, очень красивые. Сейчас мы с вами их посмотрим. Такие вот. С ложечкой, с лопаточкой. Вот такие красивые патчи. С кучей сыворотки. Дальше. Сейчас я покажу, что у нас еще тут есть. Значит, следующий лот у нас здесь, получается, масло, по-моему, если я не ошибаюсь, гидрофильное масло, гидрофильно очищающее масло, да, от бренда Cosmowalker, такой вот красивый эстетичный флакончик, еще не пробовала, ничего не могу сказать, пробовала только патчи мне понравились, я решила поэтому заказать еще раз этот бренд. Так, следующее, вот такая нереально красивая баночка, я, честно говоря, не могу понять, что это. Это очищающая вода от Cosmowalker. Я не помню, по-моему, она содержит кандурин, мне кажется, в составе идет. Так, смыть теплой водой. Очень симпатичная и эстетичная вещь. Мы сейчас ее посмотрим. В такой баночке очень красиво переливается. Эстетика просто вообще зашкаливает. Очень красивые кадры можно с этой водичкой сделать. Шикарно. Также здесь было тонер. Вся, короче, косметика снижает температуру кожи на 2 градуса от бренда Cosmowalker. Значит, это у нас увлажняющий тонер для лица. Все тоже, как я уже сказала, полноразмерки. Мне этим очень понравился Golden этот Apple Box. Очень крутой. За 4 с чем-то тысячи. Просто что-то невероятное. О, как раз это тонер идет не со сплителем, а с таким вот помпочкой для того, чтобы хроноватый диск наносить. Вроде неплохо, но я больше люблю с распылителями. Так, что еще дальше у нас тут? Дальше у нас здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, это крем. Да, это крем. Крем увлажняющий, крем для лица. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Значит, он уже идет с такой вот лопаточкой для того, чтобы крем набирать. Кстати, вот эта выемка, она не для крема, а для того, чтобы пальчик свой прикладывать сюда. Дальше. Здесь такая какая-то инструкция, что ли, лежит. Вот такая вот. На каком-то непонятном языке. На китайском, на корейском. На корейском, по-моему. На корейской, по-моему, косметике, если я не ошибаюсь. Вот такой кремушек. Пахнет, кстати, все приятно. Таким вот легким, я бы сказала, цветочным, либо травянистым ароматом. Крем я его с трудом открыла. Вот такой вот. Пахнет нежно, приятно, ненавязчивый аромат. Так, дальше в этой коробке у нас была вот такая вот зубная паста. Вот такая вот. Обычная, не знаю какая она, я ни разу не пробовала зубную пасту от бренда Cosmowalker. Зубная паста, свежесть дыхания. Обычная зубная паста. Все полноразмерки, что меня очень радует. Дальше. Cosmowalker. Вот такой вот у нас, что это? Увлажняющая эссенция для лица. Очень красивая, стеклянный такой флакончик, тоже с помпочкой, с крышечкой, которая закрывается, вот такой вот, получается, с ограничителем. Тоже очень симпатичный, эстетичный флакончик. И, по-моему, последнее средство, полноразмерное. Дальше у нас идут масочки. Значит, вот такое средство. Это мист для лица. Увлажняющий мист для лица. Выглядит он примерно как тонер, вот такой вот. Спрей, это очень хорошо, прикольно тоже. Так, и сейчас я покажу, какие здесь шли в комплекте масочки для лица, получается. Здесь их, по-моему, 4, 3 вот такие вот в такой упаковочке. Значит, здесь 3 маски. Первая маска — это для интенсивного увлажнения кожи, дальше против морщин
И для проблемной кожи вот такие три маски. Но меня поразила больше вот эта маска, потому что она идет отдельно сыворотка и отдельно получается сама маска. Увлажняющая тенционная пуш-маска. Интересно, как это вообще? Я ни разу такое не пробовала. Интересно будет попробовать. Что бы хотела сказать, если вы однажды натолкнетесь на такой вот, получается, Golden Apple Box, смело покупайте за 4000, я не помню с чем, 4400, по-моему, тысячи, вы получаете просто, вы получаете огромный набор уходовой косметики, которую можно попробовать, оценить, составить свое мнение сразу же о всем бренде, и очень такая красивая, эстетичная коробочка. Идет, в коробочке идет сами эти средства. Дальше я заказала от бренда Эколотьер. Я люблю этот очень бренд. Постоянно заказываю от него мицеллярку. Мне она очень нравится. Гель для душа я, по-моему, часто от него покупала. Сейчас вот купила себе крем для рук и тела. Глубокое увлажнение попробуем. С алоэ кокосом и пантенолом. Сейчас попробую даже, скажу вам запах. Открутим. Ну-ка. Пахнет больше чем-то явно не кокосом. Вот такой вот кремушек. Не сказала бы, что жирный. Питательный, но не очень жирный крем для рук. Крем для рук пахнет больше какими-то духами, я бы сказала. Дальше у нас пена для ванн. Вот такой тоже большой объем. Здесь, если я не ошибаюсь, наверное, миллилитров 600 объем. Не вижу, где объем, но, по-моему, миллилитров 600. 600 миллилитров, да. Обычно такие баночки я покупаю себе мицеллярку от этого бренда. Мне очень нравится. И сейчас я заказала пену для ванны. По-моему, не очень дорого. Рублей 300 где-то, может быть, стоило. Около 300 рублей. Сейчас понюхаю, чем пахнет. Даже не знаю, чем пахнет. Какими-то больше цветами, нежели... Наверное, больше гранат, чем манго. Хотелось бы, конечно, больше манго, чем гранат. И вот такой вот крем тоже для рук. От бренда Эклотьер с кокосом. Честно сказать, кокос запах я чувствую сразу, без даже открывания упаковки. Пахнет невероятно вкусно кокосом. Я люблю кокос. Вот, шикарно. Заказала вот такой вот кейс от бренда Matrix. Здесь, значит, идет в составе шампунь. И получается кондиционер. Шампунь и кондиционер. Вот такие вот, кстати сказать, я уже попробовала шампунь, кондиционер не пробовала. И еще от этого бренда у меня есть спрей. Еще я забыла, только сейчас вспомнила, что от этого бренда я еще купила спрей для волос. Я уже начала им пользоваться. Тоже очень хорошая штучка, мне очень понравилась. Хорошо расчесывают мои волосы. У меня очень пушистые волосы в последнее время. Очень такие посеченные кончики. В принципе, волосы смотрятся красиво, свежо и блестят. Вот, не знаю, связано ли с этими средствами, именно с Matrix, да, либо же это связано с теми масками, которые я купила тоже в Золотом Яблоке. Возможно, даже маски работают. Сейчас я, кстати, это покажу, какие маски я заказала. Итак, я решила попробовать новый бренд. Номеро, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Я купила от этого бренда, значит, вот такую маску одну для восстановления волос. Восстанавливающая маска с экстрактом овса. Очень, я бы сказала, она такая жирненькая. Я перед тем, как купить этот бренд, я прочитала отзывы, прежде чем купить. Отзывы были хорошие на эту питательную маску. Решила, в общем, попробовать, так как у меня волосы достаточно, я уже сказала, пушистые, безжизненные, пористые. Им нужно побольше увлажнения, побольше питания. Вот. И еще я заказала вот такую масочку, тоже такого бренда. Получается... маску для бриллиантового блеска волос. Здесь, значит, я про нее тоже читала отзывы. Отзывы неоднозначные. Кому-то маска делает волосы как две сопли, кому-то волосы просто невероятный блеск дает. Но здесь очень много в составе, говорят, силиконов, поэтому только блеск и больше ничего. Я, в принципе, ее купила добавку к той маске. Получается, я наношу вот эту маску, а потом вот эту. Чуть-чуть капельку, чтобы немножечко дать сияние волосам. Так, что еще я заказала в Золотом Яблоке? Я, значит, купила вот такой тональный крем Эвелин.
Ни разу еще не пробовала его, хочу попробовать. Вроде его хвалили, говорили, что хороший. Он идет, значит, с такой вот пипеточкой. Такой пипеточкой. Попробую, не знаю, что вообще за эффект. Так как я понимаю, он матовый. Матовый, по-моему, если я не ошибаюсь. Прочтем, что тут пишут. Инновационная жидкогональная основа. В общем, попробую, составлю свое мнение, расскажу позже, как вообще она. Хорошо или не очень. Так как у меня жирная кожа, но склонная к сухости. То есть имеется к шелушениям, все такое. То есть у меня она смешанного типа, поэтому посмотрим, как будет на коже. И купила свою любимую вещь про Makeup Super Bond. Я использую его для того, чтобы крепить сыпучие пигменты, рассыпные тени, сыпучие тени от Tami Tanuki. Я постоянно заказываю их. Вот, и чтобы обеспечивать склейку с веком самих теней всяких ярких пигментов, я использую такую вещь Super Bond. Просто замечательная вещь. По совету одного блогера я ее купила. У меня уже заканчивается первый тюбик. Сейчас покупать буду новый. Первый тюбик ухватило практически, ну, наверное, чуть-чуть поменьше года. Сейчас буду использовать новый. И купила себе вот такой вот интересный, необычный дезодорант, необычный бренд. С пробиотиками, если я не ошибаюсь, тоже не такой неплохой аромат. Хороший такой достаточно. И что самое главное, хорошо. Во-первых, не потеют подмышки, запаха практически нету. Прекрасная вещь, маскирует запах. И еще одна распаковочка от моего любимого бренда. Называется этот бренд «Библиотека ароматов». Я его просто обожаю. Люблю заказывать вот такие вот, получается, набор тестеров. Здесь 14 штучек, сейчас я покажу, как они выглядят. Покупаю достаточно часто, чтобы ознакомиться со всем ассортиментом духов у библиотеки ароматов. Вот такие вот несколько флакончиков. Мне очень нравится многообразие ароматов, то, что они необычные, неординарные. Из моих любимых, вот горячий шоколадный пломбир, просто невероятный какой-то. Дальше, кленовый сироп мне не очень зашел. Листопад, по-моему, тоже мне не очень понравился очень сильно. Облепиха, апельсин, свежеиспеченный хлеб. Один из самых любимых ароматов. Похож на действительно запах такого вкусного свежеиспеченного хлеба. Табак и вишня очень мне понравился. Дальше, тыквенный пирог. Это просто моя любовная любовь. Кто любит выпечку, что-то такое, вообще просто советую. И... Значит, Рождество в Нью-Йорке мне очень понравилось. В общем, такая штучка, такой вот получается набор тестеров, или как он их называет, sample box, очень хорошо для тех, кто хочет познакомиться с этим брендом, но ни разу не пробовал духи этого бренда, да, не знает, не может никак определиться с ароматом. Здесь есть возможность послушать сразу несколько, попробовать, как сказать, выбрать свой любимый, купить, возможно, еще раз. Либо же очень удобно, мне нравится то, что эти штучки можно просто положить в сумку и пойти куда-то гулять с этим, и потом себе обновлять парфюм. У некоторых ароматов очень хорошая стойкость, у некоторых ароматов очень быстро уветриваются, но очень вкусный аромат, из-за которого просто невозможно в другом где-то месте найти. Вот, ну, мне очень нравится, просто советую, моя любовь, это бренд «Библиотека ароматов». Так, и еще в подарок к этому, получается, покупке я получила вот такую вот коробочку. Значит, в этой коробочке идут масляные духи, у «Библиотеки ароматов» есть масляные духи, вот такой я получила парфюм, и это именно роллер. Его можно носить на шею, на запястье, и будет очень такой приятный аромат. Мне, честно сказать, роллеры не очень понравились. Я больше люблю формат духов, формат такого парфюма именно прыскаться на волосы, на одежду, на вещи. Вот это просто классная вещь, я просто советую попробовать. Я надеюсь, что вам понравился мой обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, буду снимать дальше. Заранее извиняюсь за свой маникюр, потому что у меня сломанный палец, мне пришлось хоть как-то сделать хороший маникюр себе хотя бы какой-то. Вот, в общем, не обессудьте, пишите лайки, ставьте комментарии. Пока!